Давайте продолжим. У нас тут давно музыки не было, она будет. Просто сейчас мы потихонечку так, ну, скажем так, поэтические номера реализуем, а потом будем, сейчас вот немножко градус повысится, надо, чтобы по раскрепощению мы все вместе дружно тут вот как бы почувствовали себя, ну и дальше грянем как, какие-нибудь музыкальные номера. А сейчас пока что давайте еще послушаем поэтический номер, поэтическое выступление девушки, которая у Лёни на дне рождения на мероприятиях постоянно появляется. Я вижу ее в зале. Под ваши аплодисменты. Это Мария Орлова. Встречайте. Всем добрый вечер. Ну, про меня сегодня уже говорили много. Мне 20, и я из Капотни, так что, Гриша, привет. Это было про меня. Да, Капотня, слякоть, ужас и так далее. Так, где у нас Лёня? Не вижу Лёню. Лёня. Вот. Лёня, предлагаю тебе сменить фамилию. Ты у нас был беленький, будешь зелененький, вечно зелененький и вечно молодой. Поскольку вот, сколько я знаю Лёню, он всегда полон бодрости и всегда искрит. Есть же песня такая. И Лёня такой молодой. И Лёня, я был беленький. Ну, если есть песня, ладно, оставайся беленьким. Разреши. Не торопись, Мавзолей, не торопись, Лёнь, рано еще. Ну, не знаю, то, что в день рождения не буду читать, наверное, какой-то такой негатив, грусть. Почитаю новое, еще не читанное, и почитаю небольшое такое теплое. Выйти замуж и родить сына. Картина маслом сливочным в обрамлении блюд. Представь только на миг, ты на кухне до ночи. Прощай, брют, что я пила в упоении залпа в баре с поэтами после 10. Родить сына, назвать в честь папы, нянчить. Боже, меня прости за то, что когда-то любила сцену. Век мой отныне предельно тих. Семейное счастье, оно бесценно. Сыну молчите про слово стих. Стать счастливей и родить дочку. Выстроить дом, посадить дуб. Корни пускать и плодить почки. Верить, что милый мой однолюб. Только однажды, как прежде, строчки брызнут и выльются через край. Но пока не будите дочку. Спи, моя милая. Баю-бай. Ну и стихотворение, которое я, в общем-то, преподношу первый раз, его еще никто не слышал, никто не знает. Люди ходят, роняя мысли. Мысли падают на асфальт. Наступают широким мысом людям мысли чужих. Не жаль. И обрывки воспоминаний повисают на скатах плеч. Мы бросаемся именами, без возможности их сберечь. Люди с сонной душою бродят на развилках чужих путей. И возлюбленных не находят между сводками новостей. Мысли стеклышки краем битым разрезают людей извне. Мысли с улицы ядовиты, но совсем не по их вине. Только кто-то в дожди и холод, кто не прячет во взгляде зло, чьи-то мысли поднимет с пола и с собой заберет в тепло. Спасибо. Лёня, еще раз с праздником. Хорошего вечера. Мария Орлова это была. Ну, в общем, как Лёня и просил, мы сейчас будем делать потихонечку музыкальные вставки.